Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую гостя нашей студии, чье особое мнение мы сегодня выслушаем. Это Игорь Рубанов, заместитель директора Центра дополнительного образования одаренных школьников, кандидат физико-математических наук. Добрый день, Игорь Соломонович. Добрый день. Добрый день, слушатели. Да, впервые встречаемся в этом году. В этом впервые. Праздников. Ну, в целом. С каким настроением встретили этот год? Ну, с разным настроением, прямо скажем, наверное, как и большинство наших слушателей, потому что то, что происходило в декабре, в общем, способно было выбить из колеи любого. Вы имеете в виду скачки курса рубля и многое другое. Угу. В общем, конечно, угу, не очень устойчивое было положение, но тем не менее, Новый год — это праздник, встретили его как положено. Так что, чего и другим желаю, надеюсь, что... Я напоминаю слушателям о том, что, да, на сайте hakirova.ru есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, есть там специальная форма, благодаря которой вы можете задать свой, интересующий вас вопрос гостю особого мнения. Ну, хотелось бы начать, конечно, с темы образования. Ни для кого не секрет, что ежегодно расходы государственного бюджета на социальную сферу, на образование, на здравоохранение и так далее, они сокращаются. Сократились они... И в 2015 году, и кроме всего прочего, все мы прекрасно знаем, что у нас тяжелейшая экономическая ситуация, и в связи с этим хочу спросить вас, что будет с образованием-то с нашим? Ну, насчет того, что расходы на образование все время сокращаются, я, пожалуй, не согласился. Было время, они росли. Я посмотрел три последних года. Ну, три последних года, может быть. Особенно если брать... индекс цен реальный, ладно, и умножать на поправочный коэффициент, наверное, да. Ну, а что будем делать? Работать будем, наверное, жить будем. Потому что кризисы приходят и уходят, правительство тоже. Люди остаются. Те, кто занимается своим делом, продолжают заниматься своим делом. Надо, чтобы произошло что-то уж очень из ряда вон выходящее, чтобы мы перестали заниматься своим делом, потому что перестать заниматься своим делом – это, в общем, перестать жить, по сути. А что может быть таким из ряда вон выходящим? Война. Что может быть? Война, стихийные бедствия, широкомасштабные, столкновения с кометой, мало ли что. Вот наша летняя школа, она в Советском Союзе возникла. В 1985 году пережила революцию 91-го, 90-е годы пережила, 2000-е пережила, даст Бог, будет жить и дальше. Вот этим летом у нас уже 31-й сезон, и мы умирать не собираемся. За эти годы никто от вас не ушел, я имею в виду, из ваших единомышленников, организаторов, все остались, единая команда? Да нет, вы знаете, это вопрос не совсем корректный. Я не имею в виду, там ушел из жизни. Наша команда, она постоянно обновляется, как, наверное, и ваша. За 30 лет, понятное дело, очень многое изменилось. И от тех людей, которые работали в первой школе, кроме меня, не осталось никого в составе действующих преподавателей. Но появились новые, там уже не первое поколение. Вот в этом году мы, скажем, формируем новую параллель шестых классов. Но, как каждый год, ее берет наш бывший ученик из города Снежинска, призер Международной олимпиады, а нынче уже математик действующий, Володя Брагин. Он формирует совершенно новую команду. Но там преподаватели в основном тоже наши бывшие ученики. Кажется, все за исключением одного, если мне вот память не изменяет. Поэтому мы как организм постоянно обновляемся. Я ведь не из тех же атомов состою, что 20 лет назад. Однако идея та же самая. Поэтому команда осталась, но она очень сильно обновляется. Обновляется постоянно. А некоторых из тех, кто с нами больше не работает, я очень сожалею, что они с нами больше не работают. Но это жизнь. Люди находят себе какие-то новые интересы. Но, тем не менее, пока что удается нам команду эту в целом сохранять. Хотя игроки в ней меняют. Вы общаетесь с преподавателями, с учителями. Какие настроения сейчас вообще царят в этой среде? Вы знаете, происходящим? Вот с выяснением настроений, пожалуй, я слабоват. Я не выяснял настроение. Но все, наверное, работают. Я занимаюсь делом. Значит, я занимаюсь... Ну, вот, скажем, по поводу Олимпиады имени Эйлера я общался в последнее время.
с несколькими школами. Значит, я скажу, напомню, что Олимпиада имени Эйлера – это Олимпиада математическая для восьмиклассников, которую мы проводим. В сущности, это Всероссийская Олимпиада, такая же, как и официальная, только для маленьких, для которых официальной Олимпиады нет. Угу. Вот. И у нас в нескольких регионах на региональный этап прошло по одному человеку. Там, по одному, по три, вот, как в Воронеже. Ну, в регионах, которые постоянно дают большое число участников, где ведется серьезная работа с детьми, вот в этом плане, там, конечно, есть у нас постоянные координаторы, которые этим занимаются. В регионах, вот вроде Воронежа и Брянска, где впервые появились вообще люди, вышедшие на региональный этап, у нас таких людей нет, приходится искать. Но я, как правило, в таком случае звоню в школу и договариваюсь. Там вот ни разу еще не было случая, чтобы школа отказалась. Всегда с радостью люди соглашаются, говорят, да, конечно, мы будем. В этом смысле все продолжают работать. Проблем не возникнет. Проблем в работе вот таких не возникает абсолютно. А если говорить о перспективе? Так поживем и видим. Если кризис будет сильный и долгий, то перспектива у нас у всех не очень радостная. Но пока вот думаю, что в краткосрочной перспективе все будет так же, как было. А там посмотрим. Это очень сильно зависит от того, что будет происходить. По центру дополнительного образования одаренных школьников еще не было никаких заявлений сверху? В смысле? Каких заявлений? Ну, возможно, там сокращение какого-то финансирования. Нет, видите ли, никаких специальных заявлений именно по центру не было. А сокращение финансирования, оно происходит по всем учреждениям. Или организациям, как они сейчас называются. Вот на 10% сократили, так это, извините, правительство сократило финансирование на 10% всех вообще бюджетных проектов. Ну, спустили нам, мы крутимся как-то. Ну, что? Где-то придется ужиматься? Где-то? Ищем резервы, да, безусловно. Ну, а как? Где именно? Вы знаете, это, пожалуй, вопрос не ко мне, потому что я финансами не занимаюсь. Вот. Ну, где-то ужимаемся. Ну, ребята-то ученики, ну, скажем, это почувствуют как-то? В чем? Да, немножко почувствуют. Скажем, у нас уменьшается финансирование поездок на соревнования за пределы Кировской области. Там родителям придется немножко больше платить. То есть где-то, скажем, мы оплачивали 3 команды, теперь будем одну оплачивать, скажем, там, на какой-нибудь турнир, поездку. От каких-то поездок придется отказаться. Штат пока мы стараемся не сокращать, но если и дальше будут уменьшать финансирование, то, возможно, и этот вопрос встанет. То есть пока что мы сравнительно малой кровью обходимся, а дальше я не берусь предсказывать. Это надо будет посмотреть. Но такие бытовые проблемы, там отсутствие денег на поездку, это же сказывается на общем уровне, да? Ведь нет. Ребята ведь не уменьшатся желающих участвовать, видите, в этом во всем. Видите, в чем дело. Значит, на общем уровне эти поездки, это скорее награда людям за то, что они хорошо работали. Поэтому если наград станет немножко меньше, я не думаю, что это сильно отразится на общем уровне. По большому счету на общем уровне отражается ровно одно. Квалификация и, самое главное, драйв преподавателей. Причем драйв даже важнее. Uh-huh. Это общее мнение вот всех, с кем я обсуждал это. Всех моих коллег. Uh-huh. Хотя, разумеется, конечно, квалификация тоже нужна. Но вот... Поэтому с этим пока все нормально. А вот что дальше будет, ну, не знаю. Ну, сотрудники центра же находятся на зарплате, на обычной, да? Что касается, они находятся что касается на зарплате. Зарплат, что с вашими зарплатами сейчас происходит? То же самое, что и со всеми. Зарплаты не сокращают. Но финансирование сокращают. Как это требус решать, это, значит, поручается руководителям учреждения решать. Ну, каждый решает по-разному. Вот одно из направлений, в которых мы решаем, я озвучил сейчас. Ну, все зависит от величины. Есть такой закон перехода количества в качество. Вот пока это количество... На качество не слишком сильно повлияло. Вы ведь наверняка уже встречались в своем центре и обсуждали, что дальше-то делать, перспективы. Значит, видите ли, деятельности. Скарлетт О'Хара об этом сказала очень хорошо. Она сказала: об этом я подумаю завтра. Понимаете, у нас, конечно, есть какие-то варианты, которые мы просчитываем, mm-hmm. но пока не случилось какие-то из них пустить в ход, я думаю, что большого смысла это обсуждать нет. А с руководством нашего образовательного департамента были встречи, обсуждались? У меня не было.
У нашего директора Екатерины Николаевны Перминовой, ну, эти встречи повседневно происходят по самым разным вопросам. Вот. И я не скажу, что департамент мог бы что-то улучшить сильно. Он ведь тоже не печатает денег. И к департаменту у меня особых нареканий нет уже много лет. Последние нарекания к нему у меня были где-то, наверное, лет 18 или 17 назад. С чем они были связаны? Ну, был такой Мясников Виктор Исаевич. Очень талантливый человек и очень большой бюрократ. Идейный такой, убежденный. Но с ним интересно было. В общем, мы с ним уважали друг друга. Не любили, но уважали. Ну, но были, были всякие стычки по разным вопросам, но, скажем. Дело-то между тем. Дело между тем делалось. Да. На то, что надо делать дело, мы смотрели одинаково. У нас были расхождения в тактике очень большие. Вот. А сейчас я не могу сказать, что кто-то в департаменте, вот в руководстве департамента плохо делает свое дело. В том числе и нынешний руководитель Анатолий Михайлович. Да, что-то. Разумеется. К нему претензий нет. Ну, вы знаете, претензии, наверное, есть ко всем. Угу. Но по большому счету, сейчас поменяется руководитель, понимаете? Руководители должны меняться, это неизбежно. Алексей Михайлович возглавляет департамент, ну, в то время еще управление образования, да, с конца 80-х годов. И сейчас, ну что ж, греха таить. Нет, не с конца 80-х все-таки. В официальной биографии с 89-го, по-моему, я думаю, что середины 90-х, мне кажется. В официальной биографии на сайте правительства, по-моему, там фигурирует 89-й год. Я что-то припоминаю, что в 94-м еще был Головнин. Ну, ладно. Ну, неважно. Это не суть, да. Это, может быть, меня память подводит, официальная биография. Вот. Но, Алексей Михайлович сейчас называется он одним из претендентов на выбывание, так скажем, да, из правительства. Ну, называется, да. Ну, он старше меня, я уже тоже не молодой человек. В общем, понятно все. Но дело в том, что в нашем деле здоровый консерватизм, он бывает полезен. Здоровый консерватизм в этом отношении — это что? Ну, Анатолий Михайлович – традиционный руководитель. Он из Советского Союза, как и многие из нас. Люди старшего возраста все. Вот. И я бы не сказал, что это всегда плохо. Я бы сказал, что это часто не так уж плохо, потому что, по крайней мере, от всяких экспериментов безумных и прочего мы свободны были. Вот. И здравый смысл там присутствует в достаточном количестве. То есть не всегда мы с ним были согласны, бывало спорили, естественно. Но, в общем-то, я не могу по большому счету сказать, что что-то было сильно неправильно. Вот. Поэтому другое дело, что все мы стареем, задачи меняются. Наверное, сейчас там действительно, может быть, будет полезнее новый человек. Вот. И на моем месте был бы полезен новый человек. Только вот беда в том, что я не вижу пока, кто бы это мог быть. Поэтому вы сейчас говорите про руководство, да? Я говорю про свою позицию в этом мире. Я стараюсь позиции свои передавать со временем более молодым людям. Кое-где это удается, а кое-где нет. Вот. Поэтому я прекрасно понимаю, что все должно меняться, все должно обновляться, и никто из нас это не исключение. Сейчас там, в департаменте, мне кажется, есть прекрасный кандидат на этот пост. Это Измайлов, первый заместитель Чурина. Современный руководитель, вполне себе. Вот. Мы с ним, в общем, говорим на одном языке. Но я не знаю, кто там будет, особенно учитывая это объединение с департаментом по делам молодежи. Да. Ну, вот, да, все-таки мы, видимо, придем к тому, что уже весной этого года у нас будет Министерство образования. Ну, это объявлялось. Политики, да. Министерство образования и молодежной политики. Сюда, я, да, признаться, не вижу принципиальной разницы между одним и другим. То есть вы не против этого слияния? Пусть это будет. Вы знаете, во-первых, я скажу, что дать этому полностью оценку — это за пределами, видимо, моей компетенции просто. Я не берусь это всесторонне оценивать, но, в общем-то, каких-то сильных возражений против такого шага у меня нет. Более того, мне это кажется более-менее естественным шагом. Объединение двух близких вещей в одном министерстве. А чем оно отличается от департамента, кто бы мне объяснил, я не знаю. Вот. Мне кажется, может, и разумным. Но понятно же, денег становится меньше. Сокращаются функции, а стараются уменьшить затраты на управление. Ну вот один из шагов, я думаю, что это инициатива губернатора была. Да, об этом известно, да, губернатор. Один из шагов вот такой, и наверняка он не единственный.
То с этой точки зрения тут все безупречно. А человек, который зам председателя правительства области, который курирует сферу образования, молодежной политики, Александр Александрович Галицких, он на своем месте сейчас находится? И... Опять же, некомпетентен судить. Насколько я могу судить на своем, но не знаю, конечно. Мое мнение, да. Но надо понимать, что я не специалист в оценке таких вещей. А вообще такая система. Вот есть министерство, есть человек, который курирует его. Про Галицких я могу сказать такую штуку. Это директор школы, где учился мой сын. Вот. Я его помню и знаю с тех времен. И мне кажется, что он человек весьма умный, компетентный. Не во всем я с ним согласен. Позвольте, например? Позвольте эту тему не развивать особенно. Были разные истории, когда наши точки зрения не совпадали. Вот. Ну, скажем так, он больше дипломат, чем я. Вот. Но в целом мне кажется, что он вполне на своем месте и вполне себе может решать те задачи. А насчет курирования, я понимаю ваш вопрос. Вы хотите сказать, зачем же такая пирамида? Да. Но он ведь не только образование с молодежной политикой курирует. Он курирует что-то еще? Курирует? Архивы в том числе. Ну, прекрасно, архивы. Архивы, да. И что-то еще. И что-то еще. Если губернатор считает, что ему нужны заместители в таком-то количестве, ну так что? Я не думаю, что мы очень много сэкономим там, уменьшив. Но я думаю, что Белых посмотрел, сколько ему заместителей нужно. Возможно, их количество уменьшится. Ну, всего их 11 у нас. 11. 11. А сколько у нас членов правительства? А то у меня такое ощущение, что оно большей частью из заместителей состоит. Это... Вы имеете в виду глав департаментов и управлений? Ну, членов правительства. Порядка 30. У нас департаментов и управлений порядка 30. Да, но не все, они, кажется, входят в правительство. Или все? Там еще администрация правительства еще есть. Еще администрация есть, понятно. Сейчас у нас взят курс на то, чтобы порядка 20 министерств у нас было. И 11 заместителей. И 11 в таком случае я бы предсказал уменьшение их количества. Мне кажется. Я не знаю, конечно. Ну, высказывались, кстати, в том числе и депутатами ЗАГС Собрания претензии по поводу количества зампредов. У меня нет претензий. У меня есть предположение. Я не могу предъявлять претензии, потому что в деталях в этом не разбирался. А, кстати, вы смотрели ту программу в части образования, которую представил губернатор Белых? Да, я посмотрел. Как раз вот готовясь к этой передаче, я ее посмотрел. Но там же очень немного. Там написаны правильные общие слова насчет повышения зарплаты. Кто бы спорил. Да и попробуй не напиши, если это в вышестоящих программах прописано. А какова сейчас минимальная? И 4 комплекса. Каких-то. Ну, прекрасно. Вообще, наверное, надо рабочих готовить. Вы имеете в виду 4 учебных центра профессиональной квалификации? Да. Авиатского электромашинного. Да, я считаю, что это совершенно правильно, потому что то, что называлось в советские времена ПТУ и техникумы, было сильно заброшено. За 90-е годы, в первой половине 2000-х, то, что это восстанавливается, это правильно. Вот. Насколько там будет связь с запросами жизни, это зависит не только от правительства, это зависит и от бизнеса, который должен внятно озвучивать свои запросы. Угу. Если сложится, значит, будет хорошо. А как студентов-то туда заманить? Куда? Вот в эти самые образовательные центры. Это отдельный вопрос. Учебные центры. А что бы вы предложили? Вопрос. Я могу предложить ровно одно. Делать так, чтобы было интересно и чтобы деньги платили. Больше тут... Какой интерес у человека? Поесть. Пожить по-человечески, да? Ну, получить достойную сумму. Опустим еще некоторые другие подробности, какие интересы у человека бывают. Значит, вот этим и заманить. Вот я всегда предпочитал заманивать интересом. Но интерес, не подкрепленный деньгами, это, знаете, был такой бандит Аль Капоне. Вот. При всей нелюбви к бандитам, мне очень нравятся его высказывания. Добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом. Значит, я его для себя озвучиваю по-другому. Энтузиазмом и деньгами можно сделать гораздо больше, чем просто энтузиазмом. Что мы, кстати говоря, и у себя в центре тоже по мере сил пытаемся реализовывать, поскольку мы что-то зарабатываем внебюджетное. Ну, вот. Поэтому, а чем тут еще? Вот если люди увидят, что у них есть перспектива, вот он рабочий, скажем, но он рабочий, высокой квалификации. А еще желательно сразу же конкретное место, куда он может, да? А вот это я не прийти, знаю. Дело в том, что насчет конкретного места, это опять же,
ну как бы сказать, вот система распределения, она не была слишком разумной. Другое дело, если фирма, человек, скажем, контрактует на третьем курсе, как оно часто бывает, вот приходят рекрутеры, вот, и дальше она его поддерживает как-то под то, что он к ней пойдет. Это да, это нормальная система. Но во всем мире, в общем, люди резюме рассылают, чтобы на работу поступить. И люди ищут работу, а не работа ищет людей. И человек сам должен как-то свою судьбу выстраивать, мне кажется. Вот один из пунктов программы – это повышение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений до средней зарплаты в регионе. Имеется в виду 32 тысячи рублей. Очень хороший пункт. Только что такое будет 32 тысячи рублей в 2018 году, я не знаю. Я тем же вопросом задавался, что вот. Инфляцию ведь никто не отменял. Поэтому да? Давайте доживем до этого года и посмотрим. Я знаю одно, что надо, конечно, не планы читать, а надо смотреть, что делается. Если люди упорно, шаг за шагом, эту программу продвигают, повышают, да, тогда у них получится. Если они написали программу, потом начали совещания проводить, конференции, форумы, исследования, при этом практические шаги откладываются до светлого будущего, это не будет работать. Я думаю. Ну, а сейчас педагоги действительно мало получают? Смотря где. И смотря какие педагоги. Если... В Москве они получают вполне прилично сейчас. В Кировской области, думаю, что не очень много. Я имею в виду учителей школ. Учителя школ в Москве зарабатывают в большинстве своем вполне прилично. Некоторые просто много зарабатывают. Но это Москва. Там своя ситуация. В Кировской области с голоду не помирают. Но сказать, что зарабатывают много, я не могу. Ну, кто-то берет, ну, вернее, многие, у кого семьи, берут большую нагрузку. Но сейчас опять и большие нагрузки как-то пригасили немножко. Угу. Вот. В общем, средняя ситуация, я бы сказал, сейчас в Кировской области. И улучшить ее не мешало бы. С другой стороны, большая проблема – это молодые учителя. Скажем, было бы за что платить. Молодых учителей математики хороших почти нет. Очень плохо сейчас. Одна группа, 25 человек, набирается. ВГГУ. Да, мы этот университет имеем. Вот. И сколько из нее народу доходит до школы, это большой вопрос. Хорошо, если 5. Если ничего не изменилось с тех пор, когда я там работал. Но тогда-то по 100, по 75 человек набирали. Вот. И беда это большая. Тогда было еще распределение? Да? Нет. Распределение закончилось с Советским Союзом вместе. В 90-е годы имеете в виду, да? Я еще имею в виду 90-е, начало 2000-х. Вот. Но я уже говорил как-то про математическое образование высшее в Кировской области. Повторяться, я думаю, не стоит. Ну, скептически одно слово произнесу. Ну, да. Сейчас положение очень тяжелое с этим. То есть учителей математики в области практически не готовят. Ну, вернее, готовят, но очень мало. Это не значит, что их плохо готовят. Это значит, что до школы доходит очень мало и не самые лучшие из них, так скажем. И что там будет лет через 15-20, я даже вот подумать боюсь. Ну, давайте о перспективах математического образования мы с вами поговорим после рекламы. Пару минут и, да, вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101 FM. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение Игоря Рубанова, заместителя директора Кировского центра дополнительного образования одаренных школьников, кандидат физико-математических наук. Вот о математическом образовании хотелось бы немножко поговорить, оттолкнуться от того, что в конце декабря в Министерстве образования и науки прошло второе заседание координационной группы по реализации концепции развития математического образования. Есть у нас такая в стране. Да-да. Министр Дмитрий Ливанов заявил, что в Новый год мы входим с четким пониманием плана наших действий по развитию математического образования в России. Ну, там мероприятий достаточно много, и независимая оценка качества подготовки студентов первого и второго курсов, мониторинг профессиональных компетенций учителей математики, всероссийские оценочные работы. Вот всероссийские оценочные работы я что-то ну, вот у меня тут тоже пресс-релиз этот лежит передо мной. Ну, что я скажу? В общем, планы хорошие на самом деле. Планы хорошие, тем более, что я своими глазами видел, как они разрабатывались, и видел людей, которые этим занимались. В общем... Достойные люди, да? Профессионалы. Вполне достойные. Да. Академик Васильев, например, вполне достойный человек. Многие другие. Стас Смирнов, там, филдсовский лауреат.
и другие товарищи, которые этим занимались. Вот Ваня Ященко, который сильно улучшил таки систему единого государственного экзамена по математике с тех пор, как возглавил это дело. Ну, то, что вот в этом пресс-релизе, это нормально. Я всегда был за независимую экспертизу, за независимые оценки. Потому что это, по крайней мере, может немножко окоротить администраторов, которые требуют ставить тройки за просто так. Угу. То, что я очень много раз видел в жизни, и в ВУЗе, и в школе. Вот. И независимая оценка качества образования студентов, да, конечно, очень хорошо. Очень хорошо. И что там еще, значит? И двухуровневые ЕГЭ. Совершенно правильно. Профильный и базовый, да. Совершенно правильно. И я, более того, я хочу сказать, что я за трехуровневую систему обучения в школе. То есть базовая программа, программа математика для смежных дисциплин, физики, химии, биологии там, и так далее. И программа математика профи – это программа для тех, кто желает связать жизнь с какими-то вещами, где математика играет очень важную роль. С той же информатикой там и так далее. Значит, у вас есть единомышленники? Конечно, есть. Конечно, есть. Комиссия, которая этим занималась, это предложение приняла. Оно куда-то, правда, исчезло. На федеральном уровне? Да, да. Рабочая группа, которая вырабатывала проект, приняла это предложение. Но оно куда-то исчезло из окончательной редакции. Однако я знаю, что в Москве сейчас ставится такой эксперимент вот силами того же Ивана Валерьевича Ященко. Вот. И мне кажется, что двухуровневый экзамен – это тоже отклики той же самой идеи, отзвуки. Вот. И это правильно, потому что мы не можем требовать, чтобы человек, которому математика нужна только на бытовом уровне в дальнейшем будет, чтобы он ее знал так же, как будущий математик. Это неправильно. Угу. Это порождает массу коллизий, порождает коррупцию, порождает ложь, двоедушие и многое другое, что разлагает людей. И в этом смысле это абсолютный вред, абсолютное зло. Другое дело, что это кому-то надо реализовывать. И вот тут все упирается в то, а много ли у нас учителей, способных вот эту фуркацию, разделение провести. Вот кого так учить, кого сяк учить, как учить. Как это организационно вообще? Как это организационно сделать, понимаете? Это да. Но для этого я и там говорил, и тут скажу. И все это понимают на самом деле, что начинать надо, конечно, с учителя, а не с ученика. Начинать надо с учителя, это всеми признано. Вот. Но пока в те же педвузы не пойдут сильные девушки, юноши, и после них они не пойдут в школу, привлеченные туда чем-то. Научились же в армию привлекать. Понимаете? Закон есть закон. Так ведь надо, чтобы эта армия имела что охранять. А то, если у нас будет орех с твердой скорлупой и пустой сердцевиной, так это что? Понимаете? Как там в одной английской эпиграмме? Господь во всем, конечно, прав, но кажется непостижимым. Зачем он создал прочный шкаф с таким убогим содержимым? Вот если содержимое будет убогое, то я не понимаю, зачем вкладывать деньги в армию. Надо, чтобы армии было что охранять. А деньги вкладываются в ущерб, опять деньги... же, образованию, здравоохранению. Ну, это, понимаете, милитаризация не может быть позитивом. С другой стороны, я уже говорил здесь, еще раз скажу, что если у страны совсем слабая оборона, то ее порвут. Примеров тому очень-очень много. Порвут и объяснят, почему так и должно было быть. Вот, поэтому, но, конечно... Возвращаясь к двухуровневому, да, экзамену по математике. Можно я да, вот хорошо. Эту мысль закончу? Угу. Конечно, надо соблюдать баланс. Вот, и, конечно, нельзя совсем вот обескровить образование, здравоохранение и прочее в угоду армии, потому что это будет тот самый прочный шкаф с убогим содержимым. Угу. Содержимое надо тоже поддерживать, и даже, я бы сказал, поддерживать в первую очередь. А охранять уже во вторую. И вот эти правильные приоритеты, вот, к сожалению, сейчас приоритеты стоят не совсем правильно. Вот. Я могу понять логику тех, кто их так расставил. Согласиться я с ними не могу. Вот.
Да, возвращаясь к экзаменам, как на качестве это все-таки скажется? Что? Введение двухуровневой системы. По-разному. По-разному. У хороших учителей хорошо скажется. У них появится дополнительный кнут и пряник, чтобы побудить учеников заниматься, а у плохих скажется плохо, потому что они будут всех готовить к базовому уровню. Не превратится ли это все в формальность, вот опять-таки, да? Во многих местах превратится. Но проблема тут не в том, что одноуровневый экзамен сменился. Ну, не можем же мы лакмусовую бумажку, которая стала малиновой, обвинять в том, что среда кислая. Среда кислая, независимо от того, есть у нас лакмус или его нет. Вот. И журналистов, которые пишут о падающих самолетах, мы не можем обвинять в том, что самолеты падают, хотя некоторые этим регулярно занимаются. Понимаете? Вот. Поэтому проблема не в этом, проблема в качестве среды. Вот с этим. Но это очень тяжело ведь все делать. И главное, долго. Я хотел бы сейчас перейти в абсолютно противоположную плоскость, да, физики и лирики, что называется. Литература. 2015 год у нас объявлен в стране годом русской литературы. Ну, естественно, у нас без изучения точных наук, гуманитарных наук у нас не получается вроде как, да, в теории. Ну, хорошо. Полноценной личности. Объявлен, вот, прекрасно. Да, год русской литературы. Вот каким вам видится наполнение этого года? И какие задачи и цели должны ставиться, к чему мы должны стремиться? Вы знаете, это очень тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос. Потому что, честно говоря, будь моя воля, я бы никаких годов литературы, математики и прочего не объявлял бы. Вот. У нас каждый год должен быть и годом литературы, и годом математики, и вообще годом приличного образования, а заодно здравоохранения и всего остального. Вот. Я не знаю, честно говоря, не знаю просто, что значит год литературы. Ну, книжки надо читать. А что, их читать в два раза интенсивнее в год русской литературы? Ну, я не знаю, ну, мероприятия какие-то будут. Организовывать, наверное, не знаю, там, в учреждениях конкурсы по количеству прочитанных. Хоровое чтение стихов Пушкина. Ну, не знаю. Да. Не самая плохая вещь была, когда в год юбилея Пушкина читали по строчке там, помните? Хороший был проект, да. Хороший был проект. Если будут такие проекты, так и прекрасно, но не надо этому придавать слишком большое значение. Это, в общем, украшение. А прошлый год он отложился в вашей памяти? Нет. Как год культуры? Нет, не отложился. Он же был годом культуры. Да. Почему, да? Он был годом культуры. Годом культуры. Спасибо, теперь знать буду. Спасибо. Не отложился. Тематические года. Не отложился. Составлялся рейтинг всевозможных событий. Ладно, книжки читать надо. Я знаю прекрасно, что вы очень много ездите на автомобиле. Ну, довольно много езжу. Много ездите в другие регионы, в другие города, на всевозможные, да, мероприятия, в том числе олимпиады и конкурсы. Вот в последнее время мы все прекрасно видим, что происходит с уборкой снега в нашем городе. Вы как оцениваете действия мы видим, что происходит с выпадением снега в нашем городе. Я не знаю, я бы их оценил как удовлетворительные. Да простят меня критически настроенные слушатели, но убрать, наверное, весь снег со всех улиц там, в течение часа и даже суток, это нереально. Техники не хватит. А если нагнать столько техники, что ее хватит, то непонятно, что с ней делать во все остальное время, когда снег не идет. Омертвление капитала получается. Ну, не знаю. По-моему, что могут, то делают, скажем так. Вот. Я боюсь, что в зарубежной стране в какой-нибудь... Ну, вот тут была история про то, как в Лондоне, значит, застрял автобус в снегу. Все там обсуждали, что делать, вызвали полицию. Потом подъехал какой-то русский мужик, достал лопату из багажника, откопал и поехал дальше. Вот. Ну, ничего, откапываемся потихонечку. Хотя, конечно, если бы убирали быстрее, то мне было бы приятнее, скажем так. Но каким образом это сделать, конечно, да, сложно. Каким образом это сделать? Это те же деньги и прочее. Вот. Надо сказать, что по уборке дорог Кировская область далеко не самая последняя. В той же Костромской, скажем, картина гораздо хуже. Ну, вы сами на личном опыте. Да, на личном опыте. Я знаю. Ну, возможно, тут такое громкое и популистское заявление сделал член Общественной палаты России Игорь Шпектор, бывший мэр города Воркуты. Да, я читал. Заявил он, что нужно увольнять глав мэров городов за то, что плохо убираются улицы. Ну, где-то, может, и нужно. Но только с помощью одних увольнений еще проблем никто не решил. Ну, уволим мы одного мэра. Как там у Райкина? Возьмите у этого гражданина один брак и дайте ему другой. Вот. Ну,
хорошо, вот мэра поменяли, а дальше-то что? А в конце концов, кто-то из мэров многочисленных в России может просто об этом не узнать, что кого-то там уволили. Ну, чтобы узнал, как раз несложно добиться, но что дальше-то будет? Опять же, страх не самый лучший союзник в этих делах. Хотя иногда полезен бывает. Ну, меры-то воздействия, на ваш взгляд, какие-то... Меры воздействия? Нужны на городские администрации? Ну, если плохо работают, то, безусловно, нужны. А на что городские собрания тогда? Вот есть депутаты здесь, вот они должны требовать отчета и как-то наказывать, а то и менять главу, если это нужно. Потому что всякая такая перемена, она же болезненная штука довольно-таки. А вы, кстати, ходите на выборы в городскую думу? Я? В ЗАГС собрание, да. На выборы? Один раз, кажется, ходил. А-а-а. Голосовал за Белых. А больше не помню. Ясно. Честно говоря. Вот. Ну. Просто возникает вопрос, мы же, собственно, им доверяем. То есть вы не ходите, потому что не доверяете? Я же не сказал, что депутатам. Я не хожу. Я же не сказал. Вот. Но эти депутаты, я их не знаю совсем. А то, что они про себя пишут, это штамповка стандартная. Вот если бы они к нам в дом пришли, кто-нибудь, что-нибудь рассказал, тогда, может быть, и... Вот. У вас возникли какие-то мысли? Ну, в целом, я стараюсь своими силами обходиться, когда можно. Вот я в этом смысле, как американский консерватор, вот... Что можно сделать самому, надо делать там, абы в дела не вмешивались в наши. Угу. И будет хорошо. Вот. Да, завершается просто у нас времени не остается. Да, я благодарю нашего гостя Игоря Рубанов, замдиректора Кировского центра дополнительного образования, дарю школьников, кандидат физико-математических наук. Завершается особое мнение. Спасибо большое. Спасибо. До новой встречи. Спасибо всем, кто слушал. Да. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101 FM.